Всем здорово, ребята, и сегодня довольно-таки крупное открытие весеннего кейса 2024 года. Этот ролик получился вообще спонтанный, и сейчас вы поймете почему. В общем-то, сегодня мне удалось выбить целых 5 Макларенов. 5 Макларенных новых, эксклюзивных. В общем, ребята, это реально не байт, я до сих пор сижу в шоке вообще от происходящего. В общем, вы все сами увидите в видеоролике, там вообще полная жесть, поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go. Но если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платинум VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. И не забывай вступать в мой дискорд канал, там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Но я буду начинать, let's go. Ну что, ребят, еще раз всем привет, и я сегодня нахожусь на первом своем основном сервере и скажу вам так, то что этот ролик вообще получилось спонтанно записать, и точнее, его вообще не должно быть, и сейчас расскажу почему. В общем-то, сегодня утром я решил просто-напросто по угару зайти на 7-й сервер и по приколу там пооткрывать кейсы. У меня там было не так много коинов, а если бы точнее, там плюс-минус 1020, и в общем-то, из этих кейсов, а если бы точнее, то из весеннего кейса 2024 года, мне просто-напросто в первые 10 кейсов дропнулся Макларен, новый вот этот эксклюзивный, а также Астон Мартин DB11. И я, недолго думая, сделал об этом пост в своем телеграм-канале, возможно, вы уже его сегодня видели, ну, на момент выхода данного, конечно же, видеоролика. Ну и, в общем-то, после того, как я залутал эти тачки, я решил пойти поиграть в казино в кости, у меня там буквально было миллион, я на 7-м сервере там с миллиона до 10 миллионов поднялся и вообще практически без лузов, там у меня максимум был один луз и 9 подряд как бы винов, короче. Я такой думаю, ну нифига себе, сегодня, походу, удача на моей стороне. И я решаю зайти на 8-й сервер потом и точно так же то ли с миллиона, то ли с двух поднимаю еще плюс-минус там то ли 6, то ли 10 миллионов. Точно не помню, но в общем-то сегодня как будто бы мне сильно везет. Именно поэтому я решил сегодня зайти на основу и пооткрывать новый вот этот весенний кейс 2024 года в надежде, что мне сегодня выпадет что-то реально эксклюзивное. А если бы точнее, то я очень сильно хочу вот этот вот Раптор 6x6. Ну прямо очень сильно вот этот именно эксклюзивный, абсолютно в любом обвесе и так далее. Поэтому, ребят, я сильно не хочу сейчас томить и дальше там что-либо вам рассказывать, поэтому давайте просто приступать к кейсам. Давайте уже просто закупим на максимальное количество. У меня сегодня 255 тысяч Majestic Coin, которые абсолютно все сегодня потрачу, соответственно, на вот этот вот кейс. Так, все, ровно. А, ну вот, еще давайте последний кейс купим. 511 кейсов мне сегодня удастся открыть. Надеюсь, мне сильно повезет. Поэтому, let's go. Так, ну что, полетели первые кейсы. У нас анимация. Я, конечно же, все буду откладывать в донат инвентарь, чтобы в конце продать абсолютно все ненужное и посчитать, насколько я окупился как в коинах, так и в валюте, так и, соответственно, в машинах, которые мне сегодня, возможно, выпадут, вот. Но я очень сильно надеюсь, что мне прям очень сильно сегодня повезет, и задача реально выбить вот этот вот Раптор 6x6, потому что ну именно его я хочу. Ну мне вот вообще все тачки, которые тут есть эксклюзивные, выпадали, кроме Раптора и, соответственно, вот этого вот Широна. Хотя Широн как бы он и обычный, который, напоминаю, продается в обычном салоне в Majestic Motors, но типа вот этот вот Раптор мне ни разу не падал, поэтому я очень сильно хочу, чтобы он когда-то мне уже выпал. Ну типа Макларен, чтобы мне упал, ну, чтобы понимали, упало, ну, уже, наверное, больше 10. Если в совокупности брать все сервера, там, мою основу, там, брать 8-й, там, или какой, я не помню, на каком сервере, на 8-м, на 9-м мне упало, на 7-м мне упало, там, несколько штук, на 1-м, там, ну, 3-4 штуки мне точно упали. В общем-то, много всего такого интересного падало, но, блин, вот этого Раптора я вот до сих пор почему-то не вижу. Я вообще не понимаю, как его выбивать, а у нас все временем, кстати, ребят, видите, сыпет что-то как будто бы жестко, там, валюта какая-то там сыпется, по 90 тысяч какие-то там, ну, вообще хорошие предметы пока что падают. Меня это радует, хотя бы в валюте мы сегодня, ну, как минимум, дофига денег залутаем. Это я 100% знаю. Вот, но очень сильно бы хотелось что-то бы сейчас такого уже эксклюзивного. Я уже практически открыл сотню, первую сотню кейсов, и ничего такого пока что, ну, прям, чтобы прям вау-вау-вау не упало. Хотя это что? А, это вес. Кстати, ребят, в этом кейсе появились обвесы, поэтому очень прикольно будет какие-то обвесы сегодня тоже выбить. Почему бы и нет? Потому что эти обвесы, сами понимаете, можно продавать за верты. Ну, типа, игрокам. Делать объявление, что так-то вы там... Что? Сюда, ребят, сюда! Макларен упал. Макларен. Это меня уже радует, ребят, очень сильно радует. Это очень сильно хорошо. И у нас еще сколько кейсов впереди? Ну... 391 кейс. За них еще может упасть просто огромное количество эксклюзива вообще.
Опа-на, зеленые кроссовки Adidas, но они крайне вообще фигово выглядят, поэтому я их 100% буду продавать за Majestic Coin. Они просто, ну, говняно выглядят. Вообще просто ужас, кошмар. И даже в жизни они полное дерьмо. Ну, прям, ну, мне вообще не нравится. Вот, поэтому 100% будем так. Ну, ребят, первый эксклюзив сегодня у нас есть. Это McLaren. Я сегодня говорю, мне очень сильно везет. Ну, у меня какая-то сегодня просто везучий день. Дай бог, конечно, дай бог. Я очень сильно благодарю этот день. И еще, понятное дело, что он не закончился, но просто уже приятно, на самом-то деле, уже приятно. Тем более, у меня сегодня какое-то хорошее такое настроение. И приятно выбить уже второй McLaren. Типа, сейчас я выбил на первом, на утром на седьмом. Вообще случайно абсолютно. И, блин, еще впереди сколько кейсов. Надеюсь, то, что мне еще повезет. И при этом, ребят, напоминаю, что сегодня мне еще повезло в костях. Я там выиграл пару десятков миллионов. Поэтому, ну, неплохо, что, согласитесь. Вообще, просто так вот зайти по угару, чисто по рофлу и залутать там несколько миллионов, довольно-таки хорошо. Плюс McLaren, плюс Aston Martin. Ну, понятное дело, то, что это не в этом видеоролике. Но я думаю, вы меня поняли, если слушали мою историю в начале видеоролика, соответственно. Вот, я уже тем временем открыл практически 200 кейсов, уже хорошие у нас новости есть, а точнее выпал McLaren, но я надеюсь, то, что, блин, ну, вот, если сегодня прям очень хорошо все, то нужно выбивать 100% вот этот вот, как, предатор, я забыл, как он называется. Ну, короче, вы поняли. Эту машину 100% надо лутать. Но я очень сильно хочу. Я уже в погоне за ней, ну, какой видеоролик. Я говорю, если вы мой постоянный зритель, вы прекрасно знаете, что абсолютно в каждом моем открытии весеннего кейса я просто гонюсь именно за вот этим вот раптором 6x6, именно эксклюзивным. Я 300 раз выбивал обычный вот этот вот золотой, но это не то. Я хочу именно в обвесах, потому что в обвесах он очень сильно красивый. Именно его я хочу. Но, блин, к сожалению, мне пока что не удается просто его никак выбить. На самом-то деле обидно, но я думаю, что когда-то-то этот день точно настанет. Надеюсь то, что это будет сейчас. Вообще, надеюсь, это будет сейчас. Вот, будет вообще реально очень круто. Ну, я прям реально сегодня офигею. Можно просто уже брать там, типа, знаете, налик и ехать в казино Сочи какой-нибудь там, лететь. Сразу, чисто первым джетом. Но если что, я так угораю, пацаны, поэтому, опа-на, обвес в антихроме. Кстати, неплохо. Обвесы занесли в этот кейс, и на самом-то деле это очень хорошо, потому что обвесы многие кто ставят, особенно продают, и из этого кейса реально, ну, неплохо так выбивать какие-либо обвесы, поэтому мне это очень нравится. Причем мы добавили, если не ошибаюсь, то ли вчера, то ли позавчера на момент выхода данного видеоролика. То есть там кейс просуществовал уже там недели 2-3, но только сейчас они решили добавить обвесы. Вот, ну, лучше поздно, чем никогда, согласитесь. Вот, так, у нас пока что ничего такого жесткого не падает, но, блин, давай, надо 100% выбивать что-то второе эксклюзивное. Эксклюзивную какую-то тачку надо вторую выбивать. 100% я, ребят, вам говорю. Потому что без этого, ну, реально никуда. Давай, Кейс, порадуй меня. Я знаю, что ты можешь. Я знаю, что ты можешь. Как будто, ребят, знаете, что я подумал? Я, возможно, сейчас, если мне не выпадет ничего за вот эти вот 150 кейсов, что-то, ну, эксклюзивного, второго, какой-либо второй машины, то я, скорее всего, продам абсолютно все за Majestic Coin, за исключением, конечно же, McLaren, и постараюсь на все оставшиеся коины... Что? Что, ребят? Что? Не, ну, ребят, сегодня просто лучший день. Просто лучший день, ребят. Второй McLaren не упал. Второй McLaren не упал. Я не могу, ребят, в это поверить. 140 кейсов у нас осталось. Блин, я только хотел сказать то, что я, если не выпадает какая-то вторая сейчас эксклюзивная тачка, я бы открыл на абсолютно все Majestic Coin'ы еще, соответственно, весенних кейсов. Ну, потому что не может реально что-то еще выпасть сегодня. Ну, прям как будто очень сильно, ребят, везет. Это просто отлично. Какой-то, я не знаю, очень хороший день. Очень хороший. Реально, повторюсь еще раз, я ему просто как благодарен. Посмотрите, что сыпет. Ну, вообще, очень даже хорошо. Ну, ребят, давайте, раз я уже сказал то, что я на все оставшиеся Majestic Coin'ы еще открою весеннего кейса, так и сделаем, короче. Два McLaren'а я сегодня оставляю, забираю абсолютно всю валюту. Я, конечно же, это еще в конце видеоролика почитаю. А все, что касаемо Majestic Coin'ов, ну, то, что там я сейчас заберу, продам и так далее, вот эти все анимации и так далее, я сейчас просто потрачу все на, соответственно, весенний кейс. Так, давай, да, открываем тогда. Опа-на! Вот это, ребят, хороший рюкзак. Этот хороший рюкзак, мне он выпадал максимум 1-2 раза. Ну, представьте, сколько я кейсов открыл. И достаточно такой редкий рюкзак. Даже, чтобы понимали, эксклюзивный мне вот этот Gucci выпадал намного чаще, чем вот этот вот.
серый рюкзак — это хорошо. Вот. Хоть и обидно, что все сделали за донат, ну, типа, вещи донатными, но ничего страшного. Все равно приятно на самом-то деле иметь какую-то эксклюзивную там одежду и так далее. Рюкзаки. Что? Ну вы угораете! Три Макларена мне упало! Три Макларена! Не, ребят, я не поверю. Просто сегодня невероятный день. Я не могу, я не перестану это просто повторять сегодня. Невероятный день. Третий Макларен просто за 500 кейсов, ребят. За 500 кейсов три Макларена мне упало. Три Макларена мне упало сегодня. Я, ребят, просто в невероятном плюсе. Вы просто представьте, что сейчас я еще открою на, ну, на оставшиеся Majesty коины еще кейсов. Я жду. Ну, сегодня, если мне не выпадает Raptor, если он выпадет, я просто выпаду, ребят. Ну, я вообще в шоке. Я просто в шоке. Короче, ребят, я открыл все кейсы. Давайте я продам абсолютно все, за исключением Макларенов. И на оставшиеся коины, которые я, соответственно, продам, откроем еще весенние кейсы. В общем, ребят, я насобирал плюс-минус 100 тысяч Majesty коинов. Причем я еще не все предметы продал. Почему? Потому что их там настолько много, что я просто офигею их продавать. В общем-то, 100 тысяч, думаю, нормальная такая сумма. Поэтому абсолютно на всю сумму я, получается, закуплю еще кейсов. И еще открою целых 200. 200 весенних кейсов, ребят. Это просто капец. Поэтому... давайте, опять же таки, не будем томить. Погнали дальше открывать. Я, конечно же, все пока что откладываю в донат инвентарь. Валюту я не забирал, поэтому в конце видеоролика мы ее посчитаем. Я думаю, то, что выпадет просто огромное количество виртов. Ну, ребят, нет, вы... это прикол? Нет, я не поверю. Короче, нет. Вы 100% сейчас будете в комментариях писать... просто, ну все, у меня нет эмоций, короче. Просто каждый из вас напишет, что это фул подкрутка, полное дерьмо, но так не может быть. Не, ребят, я с вами согласен, это просто, ну невозможно. Я просто уже реально, ребят, не реагирую. Четвертый Макларен за ролик. Четыре Макларена упало за ролик, вы угораете? Четыре Макларена, ребят. Ну дайте мне хотя бы, пожалуйста, Раптор. Ну блин, заберите у меня два Макларена, обменяю два Макларена на Раптор. Блин, это капец, ребят, что? 4 мака мне упало, 4 Макларена. Вы можете себе это представить, нет? Если сейчас 5 упадет, ну это вообще что такое? Типа, ну я вообще в шоке, что происходит, ребят. Ну я просто, ну не могу. Я реально не могу. Валюты сыпет, Макларенов сыпет. Капец, что происходит? Я не могу в это поверить, ребят, реально. Ну вот вообще, 120 кейсов. Давайте дооткрываем это, реально, я уже, ну просто, я не понимаю. У меня нет слов, просто, я уже не знаю, что говорить, поэтому, ребят, я уже 300 раз запнулся, какую-то фигню несу, но мне просто реально уже нечего. Я действительно не понимаю, что уже происходит просто, но это капец какой-то, ребят. Это полная жесть, ребят. 4 Макларена. 4 Макларена, ребят, упал. Ну, это просто дикий куш сорвал. Дикий куш сорвал. Опа-на. Еще эксклюзивный рюкзак черный мне упал. Ну, ребят, ну не сказка ли, а? Просто какой-то дикий дроп мне падает сегодня. Невероятный. 55 кейсов. Так, давайте уже реально дооткрываем. 2500 коинов, вообще отлично. Вообще отлично. Так, 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 так. Красный бомбер, всякая фигня. 30 кейсов. Блин, как вы думаете, и продать еще? Продать еще вот абсолютно все предметы. Реально, сейчас посидеть там минут 2. Что? Пятый Макларен мне упал. Я его скипнул, ребят. Что? 5 Макларенов упало, ребят. Не, вы не поверите. 5 Макларенов упало. 5 Макларенов упало мне сегодня. Что? Вы угораете? 5. В общем, ребят, я опять продал вещей. У меня получилось 70 тысяч Majesty коинов. Но опять же таки повторюсь, я все же не продал абсолютно все вещи. Там у меня много еще всяких различных анимаций, которые багаются из-за огромного количества вещей. В общем-то, я думаю, я бы сейчас еще 1100 точно коинов бы сюда налутал. Ну давайте опять закупим на 70 тысяч, просто быстренько их откроем. Еще 140 кейсов, ребят. Обвес, бам. Давайте сразу же его продаем. Это все откладываем в донат инвентарь. Короче, все. Это последнее открытие. Больше я ничего не буду продавать, открывать и так далее. Потому что, ребят, ну уже капец, 5 Макларенов мне упало, ребят. Я просто скипнул последний, 5-й, который мне падал. Ну, ребят, я думаю, каждый из вас его видел. Это, ребят, просто капец, что происходит. Я не понимаю, ребят. Я просто не могу в это поверить. Ну, ребят, вот что-что, я много всего выбивал, вообще много всего видел в открытии кейсов, там сколько мне машин выпадало. Ну, чтобы 5 эксклюзивных тачек мне упало. Это капец, ребят. И тем более Макларенов. Макларенов, одним из самых дорогих машин, которые сейчас можно продавать на маркетплейсе, там по 30 миллионов минимум, ребят. Это просто капец.
Один Макларен сейчас, ну реально, 25-30 миллионов. Вообще спокойно уйдет. Вообще спокойно, ребят. Это вообще полная жесть, ребят. 50 кейсов, давайте уже до конца их дооткроем. Прикиньте, сейчас что-то шестое мне упадет. Я реально офигею. Так. Мне уже, кстати, не терпится посчитать, сколько я еще вертак сегодня залутал. Там, ребят, ну, скорее всего, полная жесть. Так, 20 кейсов. Так. Давайте оставшиеся дооткрываем уже. Последние 10 кейсов. И, ну, блин, не упадет, да? Не упадет ничего такого жесткого. Ну и все, короче. Ну, потому что сегодня я уже, ну, реально очень много залутал. Все, пора реально остановиться. 100%. Поэтому, ребят, давайте сейчас я посчитаю, насколько я купился вертах. Короче, ребят, вы не поверите. Я вертах залутал 7,5 миллионов. Просто 7,5 мультов. Это, ребят, полная жесть. В общем, сегодня просто невероятное открытие у нас получилось. Но я просто не могу это никак не описать, ребят. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Ну, я уже предвижу комментарии по типу подкрутка. Ну, это вообще капец полный. Ну, а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про поддержку. Обязательно лайк, подписка и комментарии. Ну, а с вами был Москвин. Всем добра и позитива. Всем удачи и пока.